У 40 одаренных детей школ Благовещенска первая городская стипендия. Теперь 1000 рублей они будут получать каждый месяц. Свободное от учебы время эти ребята занимали первые места на международных конкурсах, побеждали во всероссийских спартакиадах. Так, 11-летняя Тамара Невмывака в мае прошлого года стала победительницей международного конкурса юных пианистов, который проходил во Франции. Весной юная Благовещенка собирается на очередной международный конкурс, на этот раз в Австрию. Кстати, именно там Тамара собирается потратить свою стипендию. Я, конечно, вот занимаюсь фортепиано только для себя, для самосовершенствования. А так я хочу работать врачом-хирургом. Я стараюсь там, ну, читаю энциклопедии, пытаюсь уже что-то понять. Ну, у нас, получается, идет сейчас разделение по профильным классам. Я выбрала биолого-химический класс.